Всем привет, друзья! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы будем готовить потрясающий луковый пирог, который не требует особых усилий в приготовлении и получается ароматным, достаточно сытным и очень вкусным. Итак, тесто я буду замешивать в чаше комбайна. Всыпаем муку, добавляем холодное сливочное масло, соль, разрыхлитель, яйцо и теперь все измельчаем импульсами в мелкую крошку. Когда измельчили сливочное масло с мукой в мелкую крошку, добавляем 3 столовые ложки ледяной воды и замешиваем гладкое, однородное тесто. После чего песочное тесто запечатываем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 1 час, для того, чтобы оно хорошо охладилось. По прошествию данного времени достаем тесто из холодильника и раскатываем пласт толщиной 4-5 мм. Далее скатываем тесто и укладываем его в форму. Форма у меня стандартная, диаметром 26 см. Переложили тесто в форму и теперь аккуратно разравниваем. Излишки теста убираем с помощью скалки. Затем прокалываем тесто вилкой, для того, чтобы у нас ничего не деформировалось в процессе выпекания. Теперь выкладываем лист пергаментной бумаги, всыпаем фасоль или горох, чтобы дно теста у нас получилось максимально ровным, и выпекаем 20 минут в заранее разогретой духовке до 180 градусов. Через 20 минут вынимаем наш утяжелитель и продолжаем выпекать до готовности еще 20-30 минут, а тем временем подготовим начинку. Лук необходимо нарезать тоненькими полукольцами. На сковороду наливаем небольшое количество растительного масла и обжариваем лук до легкого озолочения. Пока лук остывает, будем подготавливать остальную начинку. В чашу перекладываем яйца и немножко взбиваем с помощью венчика. После чего вливаем сливки, добавляем черный перец и соль по вкусу. И теперь перекладываем уже остывший лук. Мелко натертый сыр и хорошо перемешиваем. Перекладываем начинку на нашу песочную основу и аккуратно разравниваем поверхность с помощью лопатки. Выпекаем наш луковый пирог в заранее разогретой духовке до 180 градусов до красивой румяной корочки около 30-40 минут. Я надеюсь, вам понравился рецепт.
Попробуйте приготовить, это на самом деле очень вкусно. Ну а я, как всегда, пожелаю вам хорошего настроения, вкусных, а также творческих идей и скоро увидимся!